надо выбирать предметы, Так, надо вот найти вопросы, да? здесь, да, вот здесь спрятаны, в комнате спрятаны вопросы, и вы должны найти эти вопросы, чтобы пройти в следующий квест. Я сейчас вам отправлю ссылку, вы зайдите по этой ссылке, и там можете посмотреть. Потом скажете. Я сейчас отправлю ссылку. Так, все, отправила. Давайте я дам вам время 2 минуты. Этого хватит? Да. Потом скажете, где спрятаны вопросы, как можно их найти. Общий вопрос 5. Сабрина, а мы не видим, да, действия девочек? Нет, сначала девочки посмотрят, потом они скажут мне, я вот здесь проведу. На верхней полочке, рядом с этими, с этой баночкой, там лист стоит. Здесь, да? Угу. Да. Этот лист мы... Так, вот вопрос. Первый вопрос. Как назывался монастырь, возле стен которого автор вспоминал о плачевной судьбе Лизы? Код от двери – это номер, то есть число, которое является ответом на вопросы. Код от двери – это номер. Внимательно смотрите. Какой будет правильный ответ? Симонов монастырь. Симонов Верно. монастырь. Следующий вопрос. Здесь спрятаны вопросы. Так, давайте уберем эти мусоры. И вот здесь мячик. Вот. Мячик достанется. Да, собаки. Вот вопрос второй. Какие книги читает Эраст? Эраст. Романы. Романы, да. Угу, верно. Так, романы. Третий вопрос. На сейфе. А третий вопрос на сейфе. И чтобы открыть, надо найти код. Код от сейфа. 6, 3, Как 7. думаете, где? 6, 6, 3, 3, 7. 7, 5. А, этот, да? Да, Да. сейчас посмотрим. 6, 3, 7, 5, да? Откуда вы узнали код? Нет, неправильно. Неправильно. Код Вот здесь. посмотрели. Чтобы найти... На корточку, Сабрин. Там тоже. Куда? На корточку. Корточку. А вот здесь бумажка. Вот, вопрос номер 4. От чего лица ведется повествование в повести Карамзина? От лица Эреста, от лица автора, Анюты или родителей Лизы? Какой будет правильный ответ? Раз, Автора, от лица автора. от лица Эраста. От лица автора, да? Так, правильный ответ. 3. От лица автора. Код от сейфа. Как думаете, где? Вы посмотрите в комнате. Может, с часами Часы, связано? часами, да. Часы. Есть три.
пять. Десять, три, пять. Десять, три, пять. Так, посмотрим. Десять, три, пять. Вот, правильно. Вопрос номер третий. Как, по-вашему, автор относится к самоубийству героини? Как он относится? Не... Правильный ответ? Он ее... Второй. Он ее... Да, не упрекать, ей призывает к этому читателей. Угу, верно. Так, мы все вопросы нашли, да? Или нет? А нет, здесь тоже код. Какой будет код, как вы думаете? 6, 3, 5, там 7. 6, 3? 6, 3? 5, 7, да? 7, 5. 7, 5. Нет. Откуда вы узнали код? А, все. Там же мы построили. Попугай там. Попугай там говорит числа. Я да. Да. Вопрос пятый. Как понимать слова героя «Натура призывает меня в свои объятия»? Ответ такой. Эрос воспринимал знакомство с прекрасной Лисой как знак судьбы. Эрос воспринимал знакомство с прекрасной Лисой как знак судьбы, который, опять-таки, по его мнению, дает ему шанс превратить в жизнь его мечты о жизни с пастушкой на лоне природы. Верно ли данный ответ? Как вы думаете? Нет, неверно. Как вы думаете, какой неверно? Верно. Или верно? Верно. Верно. Да, верно. Вот здесь попугай вот говорит 6, 3, 7, 5. Если нажать на попугая, вот так выходит. Так, мы нашли все ответ, то есть вопросы. И... Код Матвери является какой? 1, 1, 1. 1, 3. 3, 1. 1. Код Матвери является число, которое является правильным ответом на вопросы. И вот. Надо было запомнить. Молодец, браво, вы прошли.